должен сказать, то, что был интересный матч, было много забитых голов. Но, конечно, очень обидно при счете 3-1 упустить победу. Ну, наверное, причины были. Во-первых, нужно было менять Черлоку раз. Вторая причина, на мой взгляд, судейская, который должен был вместо 11-метрового игроку желтую карточку показать. И третий гол, который был, на мой взгляд, из офсайда забит. Ну и еще один важный момент, то, что Амкар не сдавался, они оказывали хорошее давление, они выпустили 3 нападающих. Наверное, вот эти вот и есть причины.